общества проводят эти сделки? Ну, я делал градотвикательные тесты, но, в общем, они, конечно, все разные. Вы зарплатите себе это? Спасибо, Ильич. Это чистая хапа, новая. В общем, Боря, надо менять то, что... Стратегию. Да. Смотрите. Мы сейчас еще одну вещь проведем. Давайте до того, как я одену эту капу. Мы видели, что когда человек сжимает зубы, у него возникает асимметрия. А теперь давайте следующее. Сделайте губы трубочку. Чуть-чуть не сильно в трубочку. Сажайте их в трубочку. Язык прижмите вверх к нему сильнее. Зубы сожмите. Медленно и плавно наклоняйте голову вниз. Правую выше. Давайте я. Еще раз давайте откройте рот, скажите так, русское, мягкое, туда язык прижмите, губы чуть трубочку, чуть-чуть, не сильно, еще чуть-чуть трубочку, сожмите, зажали что-то. Ровно пальцы стоят? Ровно. Наклоняйте медленно, зубы сжаты, наклоняйте голову вниз. Что мы видим? Ровно все. Что является определяющим в двигательной системе? У данного человека асимметрия мышечной работы. Да. В данном случае, правильно, сама же мышечная система. Вы попросили его нажать языком вверх в небо, губы чуть сжать. Рукавая мышца рта. Язык. То есть при этом зубы были сжаты, асимметрия там была. Мы сактивировали работу его мышц. И все нормально. И он двигается нормально. Вспомним Тайцзи Цюань и там другие практические школы. Куда надо прижать язык? Вверх к небу, губы чуть сжаты, ни в какой ни в улыбке. Ну, в общем, мягким небом. Да. Все это, в общем-то, известные вещи. А это Крис Фаррелл сделал такой тренер. Вот он язычок, куда упирается язык. Да. Здесь расположение зубов. Понятное дело, что ни вправо, ни влево, но это мягкий тренер. Есть пожестче, который более жестко контролирует положение верхней и нижней челюсти. И есть элементы для активации круговой мышцы рта, для деактивации подбородочной мышцы. Вот другой его элемент для людей с храпом. Здесь и с нарушенным носовым дыханием, да, для того, чтобы можно было дышать. Ну, это физиологические эксперименты. Ничего сложного, человек просто знает физиологию. И делает бизнес. Сколько стоит? Вам не нужны, вы можете просто тренироваться так, у вас все хорошо. Знаете, можно назначить тренер, можно назначить эти упражнения, мы будем получать один эффект из-за того, что мы знаем физиологию, ну, в условиях конкурса, можем мы назначить тренер. Борис Александрович, теперь твоя спина страшна и Кличкова. Не понять, но правильно стоит еще раз? Смерть Кличко. Правый чуть выше. Да, вот так. На планете. Вниз. Ну, видно, что так. А асимметрия вышла? Ну да. Ну это просто можно носить, конечно, спать в нем, но это в итоге для того, чтобы просто язык и губы были такими в таком положении и удерживались самостоятельно. То есть для этого. Как я понял, пока он носит, все хорошо. Как только он снял. Минуточку, еще раз. Нет, моя последняя фраза была о чем? О том, что это не для того носить постоянно какое-то время, для того, чтобы натренировать свою собственную позу таким образом, чтобы язык давил сюда, а грудовая мышца рта была в таком положении. До того, как я засунул тренер ему туда, я это попросил его сделать. Он это сделал, и он это смог удержать эффективно. Асимметрии не было. То есть он может и тренироваться, он может и носить тренер, это тоже для тренировки. Самолет. У кого нет зуба, то... На чарту. Там тоже можно пробовать это делать. Там обычные работы. Вообще уже доказано, что всякие токсичные протезы, они обратный эффект вызывают, наоборот. Не тренируемые, а детренируемые функции. Это как? Если здесь, мы доказано обратное. Почему мы поясничный корсет не носим постоянно? Постоянно не носим. Постоянно не носим. А тут тоже... Он ослабевает мышцы. А здесь это тоже не ослабевает. Ничего здесь не ослабевает, еще раз. Пусть можно... Тренировка. Они тренируются, смотрите, как у них губы теперь сжаты. А теперь... По часу, 3 раза в день. Круговой мышцы рта, сколько мышц противостоит? Сколько мышц является антагонистами?
И сколько у нее синергистов? На старика Хатановича похоже. А помните? Чуть-чуть дайте. Можно улыбку в зал? Спасибо. Не обижайте, Борис. Ну и посмотрите, пожалуйста, круговые мышцы рта на лице, все остальные футболисты. Ну, где у вас еще другой слайд? У мышцы языка здесь ее нет. Все мышцы ниже подъязычной кости. Футболисты. Да и внутренние самые мышцы языка очень сложно устроенный. Рецепрокное антагонистическое влияние ее волокон внутри мышцы языка. Ну и таким образом рецепрокная активность круговой мышцы рта и языка с одной стороны и других мышц лица, шеи с другой, вот она и модулируется КПНРС, элементами, активирующими положение языка и губ, ну а также упражнениями, которые мы можем рекомендовать пациенту или провести мероприятие мануальной терапии в отношении этих мышц или поз. Ну и это то, что моделирует тот рабочий слайд, который я много раз повторяю, для того, чтобы было понятно, как это работает. Да? Еще раз подчеркну, что двигательные единицы формы, и затем уже обращу внимание, что мы акцент сейчас делали только на анатомической единице, да, головы и шеи, но мы понимаем, что это будет работать сверху донизу. Это мы сейчас тоже продемонстрируем. Хорошо. Ноги у человека двигаются по-разному, когда у него челюсть стоит направо или налево. Давайте попробуем. А штаны снять можно? О, да что дошло? Началось. Сейчас пока снимите. Думал, капай обойдется. Кап выносил? Штаны снимали? Там что-нибудь одену. Ну, суспензорий тут готовится. Я стою. Лучше снимите, пожалуйста. Поспокойнее. На своем приеме пациенты я раздеваю не до первый раз. Трусов или до трусов и бюстгальтера, в зависимости от пола. Борис Александрович, нет бюстгальтера? Есть. Наш очень не снимает. Снимайте, снимайте. Не сказали снять. Только трусы. Доктор сказал. Майк, ну, да, можно. Сколько времени можно? Просто уже оставьте. Не справляйте, оставьте майку себе. Да, оставьте сверху. Можно сейчас лицо ко мне. Ну, поставьте на ширине переднее вместе, чуть поближе. Ну, сейчас я посмотрю, потом все посмотрят тоже. Смотрите вперед на меня. Сожмите зубы. Сожмите зубы. Сгибайте. Губы вперед. Выпрямляйте ноги. Сгибайте ноги. Хорошо. Выпрямляйте. Ставьте капу. Ну, да, лимпочкой вверх, куда вы будете язык. Губы чуть сомкнуты. Ку. Оставьте ноги так же, как были. Это очень удивится. Ничего уже. Сгибайте ноги в колени. Ну, давайте. А теперь вам выпрямляйте. А ноги тренированные. Да, вынимайте. Как? Вынимайте. И сейчас вам придется, давайте так, по пятеркам. Нет, нет, стойте, стойте, стойте. Все, а вы куда? Туда, смотрите, можно вы тоже с этой стороны сейчас зайдете, посмотрите. Вам а вот сюда поставьте. Асимметрия без с ними. Вот тут поставьте, да, и все будет. Пол грязный. Да ну, ну что, грязный. Давайте давай. Так, начнем с задних рядов. По 5 человек подходим и смотрим. Я просил по 5 задних рядов. А куда ставить? Вот 6. Дальше задний. Ну, дальше только если из задней. Ну, поближе можно. По 2 человека. Лучше все было видно. Да видно все. Просто
Нет, очень важно, как вы будете смотреть от угла зрения, ну это физика, да? По два. Идите сюда ближе, 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 ближе. Ближе, вот так. Вы подходите ближе, потому что через, как будете видеть, через плечи другого. Вы сюда. Ну, вам видно? Нет, дай его. Вам видно, он его. Хорошо. Сожмите нижнюю челюсть. Сожмите. Сгибайте медленно и плавно ноги в коленях. Сгибай, сгибай. Ножки в коленочках сгибай. Видно отклонение? Напрямляйте. Видно. Сюда. Визуально видно. Еще раз. Сгибайте ноги в коленях. Видно плавно. Дублируем. Повторением отвлечения лучше еще раз все это. Левое латеральное отклонение. Они стояли на уровне. Одевайте. Одевайте как? Где вы отстаете? Пока не говорите им, потому что человек будет бить или машин. Сейчас скапаете, как смотрите, вам достаточно образованно. Сожмите. Нормально. Сгибайте ноги в коленях, пожалуйста. Да. Установим. Ну, видимо, отрезал уже. Устойчиво. Да, вы понимаете, ну и устойчивый, да, несколько критерий, можно это самое, ну, продление, сколько он там движений сделал, устойчивости, да. А сами-то сами что чувствуете? Скапливает. Развитку хочешь. Следующий. Да, хорошо. Нет, не надо, достаточно. Хорошо, спасибо. Я не поверю. Очень утешно. Это полезно, я так говорю. Давно. Дальше я просто расскажу без демонстрации. Просто другие эффектные поля, которые очень часто встречаются. Просто задохнемся. Только надо открыть. Это бумажка, скажи. Я пришел. Ну, там надо. Ну и, собственно говоря, технология регуляции параметров выделения донор плода – это ходьба по поверхностям естественно, ну, или создать их лобы. Что сделал Чарли Майкрофт, и вторая конференция педиатрии была здесь, видите, американцы, и японцы, и поляки все присутствовали. Это делают. И Чарли сказал так, улучшить жизнь, облегчить ходьбу. Мануальный терапевт из Канады, он в Америке сделал работу спортивной медицине, и в Новой Зеландии смог найти единомышленников, которые воплотили в жизнь его идею, добрав материал. И да, конечно. Тест, в общем-то, силы тоже можно использовать. Технология фармотекс и тут самое важное это подбор степени сопротивления материала с учетом фрикционного теста. Вот этих
вот эти ортезы, они в разной степени жесткости, можете попробовать. Знаете, да? И на каждом из этих ортезов с разной степенью жесткости двигательная система человека будет работать по-разному. И я в своей клинической практике использую фрикционный тест как основной, как вспомогательный тест Чарли Байкрофта и тест силы по Дэвиду Лифу, для того, чтобы подобрать в первую очередь заготовку для человека с разной степенью жесткости, а затем уже формую и подбираю всякие пилоты для изменения степени давления на старте человека, тоже с использованием этих тестов. Об этом и именно о подборе степени жесткости с фрикционными тестами и другими тестами было наложено на международной конференции по биофизике. И биофизики очень тепло об этом отозвались. Вот. Ну, в общем, нравится таким говорить терапия. То, что можно использовать те же знания, которые они используют в своих научных изысканиях, понимая, что слабое управляет сильным. Такой вот в общем есть такая фраза. Очень хорошо. Выслушайте. Ну и, собственно говоря, исследование продолжается, и пока можно точно утверждать, что Евмунд I, Чарли Байкрофт, подобрал степень сопротивления, вот эти параметры достаточные для того, чтобы людей поставить с разными типами. Это тоже не сразу было сделано. Белые были голубенькие, уже потом красные появились, потом уже появились проявления по цвету, ну и по разной степени жесткости. Ну и двигательная система человека очень сильно реагирует на то, что у нас под ногами. И то, что это очень значимое элементное поле, которое можно и нужно использовать в своей клинической практике, кроме, собственно говоря, мануальной терапии или вместе с ней контроль фрикционного теста, здесь мы видим заготовки с разной степенью сопротивления материала. И еще раз полностью эту фразу скажу, что это данный набор заготовок по определению степени асимметрии двигательных единиц формы идеальной двигательной системы аутохтонной мускулатуры человека. Ну, это известные слайды, показывающие как механику. Ну, простая вещь, то есть от постановки пяточной кости, от того, как давит на пяточную кость, будет устанавливаться сторонняя кость, ну и, соответственно, большеберцовая кость. Ну, если при дальнейшей постановке стопы на ее участке, в зависимости от того давления, которое мы сюда подаем, также будут устанавливаться кости стопы, и это передаваться через мелкие кости стопы, дальше опять же на пяточную или таранную и на большеберцовую. Чего будет зависеть установка человека в разные фазы ходьбы. Хочу отметить, что все рисунки до сих пор ведутся вот с учетом того, что человек ходит по твердой и жесткой поверхности. Правильный вариант вообще-то это то, что мы видели до того, это песок. Ну и в этом направлении физиология идет, и платформы можно сейчас использовать с датчиками давления дозиметрическими, которые можно располагать на любой поверхности, в том числе и уступающие давление. Ну а здесь мы видим одни из разработчиков и практический момент. В пятке и в носке элементы амортизации, гель здесь в данном случае. И что важно, по пронации стопы предыдущей. Слайд, он говорил, что супинация и пронация – это вообще-то нормальные свойства нашей стопы, и пронация нужна нам для шага. Но у разных людей она разная, и есть люди, склонные к пронации, есть с недостаточной степенью пронации. Это средний отдел стопы. И обувь сейчас делается по-разному. Для людей с гиперпронацией, жесткая часть медиальная, и здесь в этих кроссовках. Но видите, серым цветом больше жесткости материала. Если мы скручиваем, здесь более плотный, а сюда мягче. Это
часто таких людей называют плоскостопыми, это совсем верно. Это действительно, когда снижен свод, в первую очередь его делюбная кость опущена вниз. Противоположная, видимо, делюбная кость высоко, тип бегун. Но передний отдел у таких пациентов также может быть распластан. Это тоже будет плоскостопие, но стопа будет склонна к гиперпронации. Это надо иметь в виду. В России таких людей меньше. Для пациентов с недостаточной пронацией более жесткая часть снаружи делается. Проверка, если вот этих элементов не видно на подошве, проверка простая. В эту сторону жестче, в эту сторону мягче. Мягко. Пятка здесь тут жестко. Средний отдел гибкий, он более жесткий, но он гибкий, он не может быть каменным. Здесь у нас все работает в среднем отделе. Наиболее мягкая часть, если мы за носок, там где проходит плюс фаланговое сочленение. Нормальная проверка обуви, в которой можно ходить. Это не обязательно такие кроссовки, это может быть обувь медиум. Очень хорошо это делают, в принципе, в Европе. Как подушки, что сейчас делают подушки, полуобувные, как? И белорусская обувь, кстати, тоже где-то дорогая, тоже делают с этими принципами, можно просто посмотреть и мировать. Есть, вот сейчас делают модно очень такая полукруглая. Да, ну часа два походить, и тренировки можно, но... Ну, очень много их слышу довольных. Они не предназначены для тренировок, они предназначены для... Да, часа два, да, часа два походить, и достаточно. Очень много слышал положительных отзывов, поэтому у вас спрашиваю. Да, ну положительные, потому как что тренинг. Не имеет места быть. А? Как тренинг. Но только отлично. Тренироваться просто. Смотря с чем сравнивать, просто человек встал с каблуков на такие вещи или там совсем не сделанные. Понятно, он почувствует изменения, это будет лучше. Это правильная вещь, но тренировка. А просто же ходить все-таки надо оба процесса принять. Клиническая разница есть, потому что чуть небольшое изменение и вот это. Даст обострение клинической ситуации. Вы можете это проверить в этих тестах. Принцип понятен, но немножко здесь, мы сейчас не будем возвращаться, вот это вот необходимо только в фазе ходьбы. Стоять в такой обуви, особенно если здесь очень сильно не сможете, будут выключаться пальцы, мелкие пальцы из держания вертикального положения, что ведет к тому, что другие системы, вы используете для поддержания вертикального положения, другие мышцы, другие системы. Понятно, да? Для того, чтобы стоять, обувь должна быть, и пальцы должны работать. Понятно, это обувь для ходьбы. Ну, тогда обувь надо подбирать уже индивидуально. И для, мало того, индивидуально, да, и цель его. Для цели. Она сейчас и есть. Если обувь стоит, подошва должна быть более острая, чтобы пальцы могли работать, и вы должны ходить. Это вот такая. Ну и... Это мерил. Да. Это степень сопротивления и наружного, и среднего слоя. Амортизируют, распределяют давление на внутреннюю поверхность обуви. А степень сопротивления стельки уже индивидуально распределяет по коже сопротивления. Сейчас это такая же наиболее доступная технология, которую можно сделать. Ну, на этом слайде тоже очень все понятно. Здесь понятно, кинематические цепи, я несколько их выбрал. Для того, чтобы было понятно, как это все действует, и что мы можем проверять реально, как и фрикционным тестом. И переднюю, то же самое, можно тестом силы, можно просто тестом равновесия использовать, но фиксионный наиболее информативный и показательный. Ну, можно вот так тоже. Самое лучшее. И создание поверхности под стопами с параметрами, соответствующими тем, которым человек приспособлен в ходе эволюции, ну, это и цель современного артезиана. Ну, вы видите, можно вот так вот. Использовать, видите, начали спать. Уже трава и песок начали спать. Да? Там мошки. Распределение давления на тело используется в медицине в первую очередь в противопролежневых системах, да, видите, пиковые зоны, там где красный крестик стоит, и там, где их нет. И вы видите, материал Тинкур давно изобретен. Вначале американцы космонавтика для внутренней обшивки скафандра, потом уже дание для противопролежневых систем, а сейчас просто спать и активировать свои рефлексы. Я на таком случае свободы и споручки. Счастье поживает. И вот эта вещь вообще, когда я увидел впервые, сел на него,
Алексей Егорович. Ну, во-первых, я вначале не знал, как на нем сидеть. Только потом мне показали, я вспомнил, что когда-то у бабушки на яблоне я сидел очень так же. Но удобный вещь. Поддерживает рефлексы вертикальные в положении сидя, часами, хоть годами. Вообще за компьютером сидеть. Ну, практически находки, которые вот, сделаны они, эти технологии назначить детям. Да, ну, это вот такой коллаж подборка со всем тем, что можно использовать. Ну, здесь я на этом слайде повторяю ту технологию, которую я использую. Еще раз возвращаюсь к тому, что приглашаю вас на конференцию в Воронеж. Кто тебя речь? Приглашаю всех присутствующих. Спасибо. Спасибо вам. Вопрос можно? Короткий. У вас от поезда не отвлекайте. Одна минута вопроса, одна минута ответа. У вас очень интересный, конечно, доклад. Огромное вам спасибо. Вот. И вот в продолжении, так сказать, доклада и теории функциональных систем. Вот сейчас в немецкоязычной прессе, в журнале «Интернист», как раз профессор клиники Шарите Берлинской, Ганс Фишер, вот, он такую теорию концевых точек, вот, несколько крамольную, вот, что у нас все проблемы идут центростремительно, то есть от периферии к центру, да? И, соответственно, если мы будем грамотно работать с концевыми точками, как то там, ну, например, голова ценой цианид, крайне сакрально стопайте, если там, я не знаю, плечи, плечевая мембрана, если на ногах перцовая мембрана, то с точки зрения стопайте, то, собственно говоря, до позвоночника дело не доходит, оно само выравнивается. И чиниз, сколиоз, чиниз, он считает, это для нас абсолютно неинтересно, если грамотно подходить к периферии. Вот с точки зрения, как раз вы не только биомеханику, а так более глобально мыслите в этой теме. Вот ваше мнение. Это мнение, но оно как бы не единственное. Вот оно, если оно не отрицает другие значимые вещи, сам позвоночник тоже является тем слабым звеном у многих наших пациентов, который тоже надо принимать внимание. Это достаточно принципиальный вопрос, что все же у нас позвоночник, а он говорит, давайте двигаться от периферии к центру, а не к центру. Нет, ну, правильная мысль, что нельзя как бы упираться только в одно. Да, надо это рассматривать тоже и с другими слабыми звеньями функциональной системы. Да, слабое звено функциональной системы будет имитирующим, ограничивающим, ограничивающим, ограничивающим. Если практика докажет верность того, что позитивный отец практика, посидопить. Дорогие друзья, совсем недавно ездил в Америку на семидневный семинар по биогенетике. Он ежегодно там проводится. Семинар стоил 100 тысяч. Американских рублей? Нет, 100 тысяч наших рублей. Кто проводил? Значит, и оказывается, что все, что мы изучаем в модальной медицине и остеопатии, это все ерунда. Положил больного, положил ему на лоб свою руку, и все вопросы решаются. Поэтому не будем философствовать. С периферии или с центра, конечно. Да, откуда мы будем начинать, самое главное, чтобы мозги были у врача. Эффект был. И придумано не зря крайне сакральная система. Поэтому что периферия, что центр, это все относительно. Спасибо большое. Видеозаписи конференции, 6-й конференции врачей нормальной медицины. Осенью, вам, пожалуйста, абсолютно.
А вам не стало?